Праздник уже наступил, по крайней мере, для тех, кто сегодня посетил органный зал. Ведь именно они на елке мэра не только смогли увидеть музыкальную новогоднюю постановку, но и получили подарки. О том, кому посчастливилось попасть на представление и что нужно делать, чтобы не пропустить его в следующем году, расскажем в следующем сюжете. Еще до начала выступления в холле органного зала детей уже ждали веселые развлечения и конкурсы. Традиционные елки мэра, это елки посвящены, куда приглашаются отличники учебы, ребята, которые завоевали какие-то результаты в результате каких-то соревнований, участие в конкурсах, участие в олимпиадах. Другими словами, здесь собрались около 1500 ребят. Лучшие из лучших со школьной скамьи, представители детских секций и творческих кружков. И они щедро делились секретами своих успехов. Например, овладеть школьными знаниями на отлично, по словам детей, не так уж и сложно. Я каждый раз делаю домашнее задание. Я все время говорю правильно. А вот с танцами дела обстоят труднее, признаются школьники. Оттачивание хореографических навыков требует много сил и времени. Тренируемся долго, каждый день репетиции, по 2 часа там. Каждое движение отрабатываем, все четко. Мы очень много старались, я помню. И мы и вечером, и утром репетировали очень много раз. После того, как зрители заняли свои места в зале, с приветственным словом выступил руководитель исполкома города. Строим детские сады, строим детские строим школы, ремонтируем. Пытаемся сделать счастливым и красивым ваше детство. Поэтому старайтесь, учитесь, желаем и ждем от вас хороших оценок. Вниманию юных талантов представили нетленную историю о сестре и брате, который попал в ловушку ледяных рук Снежной Королевы. У мюзикла «Снежная Королева» традиционно богатое сопровождение. Скрипка, пианино, духовые, ксилофон и даже орган. Артистам предстояла нелегкая работа. Многие дети такие же артисты, только поменьше. И оценивают их выступления с профессиональной точки зрения. Могу сказать, что очень хорошо играют. Я сама уже никакой день... Сколько лет уже стою на сцене. Сама знаю, как это, ну, ощущать себя в этой шкуре артиста. А пока школьники наблюдали за перипетиями судеб Кая и Герды, на выходе из зала их уже поджидали сладкие подарки. Алексей Гарнышев, Дмитрий Кравченко, Челны 24.